розміщені камери досить суттєво полегшують роботу працівникам правоохоронних органів. Тісна співпраця з міською владою, ситуаційним центром дає свої позитивні результати. Всього було зупинено 643 автомобіля. Серед цих водіїв виявлено 342 водія в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, на яких були складені протоколи по статті 130. 87 автомобілів було виявлено в розшуку і 187 за інші правопорушення. Дальше я получив делать краткую заготовку и сбрасываю уже непосредственно всем экипажам, что куда едет. День сегодня мы с вами в очередной раз встречаемся в ситуационном центре мэрии, которую городская власть сделала для эксплуатации всеми силовыми структурами. Я еще раз хочу подчеркнуть, что ситуационный центр — это не просто система видеокамер, это сложная модульная система, которая направлена на все сферы городского хозяйства. Но об этом мы не будем сегодня говорить, потому что уже как бы неоднократно мы по этому поводу рассказывали. Не просто посмотрели на видеокамеры, не просто провели экскурсию, а сегодня было проведено практическое учение по перехвату угнанного автомобиля. И вы увидели вживую, воочию, как это происходит, действительно, на самом деле.